ярмарка картин. Так описали это событие сами художники. Во Дворце Республики открылась 15-я юбилейная выставка международного симпозиума «Камарт». Покровский вернисаж – подарок ко дню рождения столицы. В работах художников нет единой темы. Картины в разных жанрах и стилях, но все они о Приднестровье. Наша приднестровская земля, она очень притягивает к себе взгляд художника, потому что они очень колоритные места. У нас есть интересные дома самобытные, у нас есть интересные красивые леса. Очень такой разносторонний колорит, который вот всегда притягивает взгляд. Важно при участии передавать новые пейзажи, новые красивые места нашей страны, для того, чтобы внести культуру в массы. В конце лета художники вернулись из творческого лагеря в Румынии. Объединение «Кам-Арт» гостило там на пленэре. Практика творческих лагерей – это не такое количество, как у нас, допустим, на 15-20, там 5, 6, 7, 8. Потом кто-то уезжает, кто-то приезжает. Такая ротация идет. То ты каждый раз общаешься с новым человеком, рассказываешь о себе, показываешь творческие работы. И вот этот калейдоскоп, смена вот этой картинки, она как бы задает ритм твоему творчеству. На Покровском вернисаже работы мастеров Приднестровья, Молдовы, Украины, Румынии, Болгарии, Польши. Всего более 60 полотен. Выставка во Дворце Республики открыта до конца октября.